Есть много вещей, о которых хотелось бы спеть, но иногда их настолько много, что приходится обобщать, складывать в один твердый комок, комок желчи и горести, и ненависти, вкладывать его в одну песню в 3,5 минуты, давать название этой песне и выпускать в свободное плавание. Мы сделали песню, над которой очень сильно постарались, и старались даже не знаете в каком плане, старались в плане того, что мы очень сильно переживали. Я очень сильно переживал, когда делал эту песню, правда. Я не переживал, как никогда. И переживания мои были совершенно не самые позитивные. И эта песня, я вот честно скажу, эта песня является плодом тяжелых, сложных переживаний на протяжении нескольких месяцев. Хотелось заложить в трек ощущение тревоги, опасности. 20-й год сильно повлиял, потому что в четырех стенах посидели долго, и это ощущение, то, что ты заперт как в клетке, и эти эмоции я так и не смог. То есть я решил их не контейнировать, а решил их вложить в музыку. И, как мне кажется, получилось очень круто, удалось перенести эти эмоции в музыку. Очень хочется обратить ваше внимание на слова этой песни, на посыл этой песни, настроение. И результатом каких переживаний и усилий стал этот трек.